Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы поделиться своими впечатлениями о том, как я перешел практически на легальный контент, то есть больше не качаю фильмы со всяких сторонних сайтов, не занимаюсь конвертацией этих фильмов, чтобы смотреть на Apple TV, либо на других своих устройствах. Ну и вкратце расскажу, а может быть и не вкратце, как я к этому пришел. Мне кажется, что основное, почему до сих пор мы все пиратим, потому что... Ну, мы выросли в 90-х, ну, по крайней мере, мое поколение, да, которое в конце 80-х, в начале 90-х родилось, у них нету такой привычки платить за контент. Это касается и музыки, и фильмов, и игр. И я помню, когда я был маленький, я ездил на рынок, все его, наверное, знают, это рынок Юнона в Питере, и там всегда продавались диски за 60 рублей, MP3, любое, какое хочешь, можешь купить. И, соответственно, те магазины, в которых продавались лицензионные диски, они стоили гораздо дороже, там был всего лишь один альбом, да, когда можно за 60 купить абсолютно все. И, естественно, если ты хочешь сэкономить, конечно, ты поедешь на рынок, да, возьмешь за 60 рублей диск и будешь наслаждаться всеми песнями конкретного исполнителя. А то и не только одного исполнителя, бывало такое, что на одном диске было два исполнителя. То есть здесь прям выбор был очевиден. То же самое касается и фильмов, когда у тебя... На DVD-болванке, да, те же самые пиратские DVD, 7 в одном, 8 в одном фильма, да, качество, соответственно, не очень хорошее, но мы брали не качество, наверное, а количество, ну и, естественно, цена. И от этого у меня складывалось впечатление, что зачем я буду платить условно, там, ну, условно, да, 200 рублей, когда можно заплатить 50 рублей и купить сразу там несколько фильмов. Ну и почему же я пришел к тому, что, кстати, если интересно, можете посмотреть, где-то видео есть на канале, как у меня раньше было устроено, буквально еще 2 недели назад, как я потреблял фильмы, сериалы и все, что с этим связано. Теперь я кардинально все поменял свое видение, и важный момент – это те устройства, на которых вы потребляете. Я недавно взял себе телек Samsung 50 дюймов, 4K, HDR, все, собственно, как говорится, по красоте. И, соответственно, пришлось поменять Apple TV, у меня была обычная четверка, я взял себе 4K с прицелом, что я буду покупать фильмы именно в 4K. Соответственно, до этого все дошло, я все это купил, приобрел первый фильм, это был Gemini за 129 рублей и просто обалдел от качества, то есть для меня теперь смотреть... 720 или там даже то же самое Full HD, как-то уже так. Когда вы посмотрите кино в 4К, это прям вас действительно поразит. Почему надо покупать фильмы? Ну, здесь опять же делятся на два типа люди. Я считаю, что фильмы нужно покупать, ты платишь за качество и за удобство. Приобретая фильм, вы вносите, конечно, это покажется смешно, но вы вносите свою лепту. Актеры зарабатывают на этом деньги, да, создатели фильма зарабатывают на этом деньги. Соответственно, у них появляются бюджеты и вдохновение сниматься дальше и творить дальше. То же самое касается и подписочных сервисов, таких как Кинопоиск, Иви, Мегого, Ока и многомиллионные другие. Вопрос в удобстве. Тоже немаловажный вопрос. Покупая фильм, давайте вот возьмем, допустим, ну, так как мы пользуемся яблочками, и канал у нас, в принципе, про яблочки, какие плюсы мы получаем? Можно скачивать на все свои устройства. Во-первых, они доступны в семейном доступе всем твоим членам семьи, либо друзьям, кто состоит у тебя в семейном доступе. Эти фильмы доступны. То есть я купил, и все члены семьи могут этот фильм посмотреть. Дальше, качество. Качество – это очень важно. Опять же, если у вас просто какой-то ноутбук или такой вот планшет, ну, или там на айфоне вы смотрите, в принципе, качество, наверное, большой роли не играет. Но если вы смотрите на телеке, то качество здесь стоит на первом месте. Не только картинки, но и звука. Если вы едете в дорогу, эти фильмы также можно скачать себе на устройство. То есть с этим проблем нет. Не обязательно иметь интернет. То есть можно дома взять... подготовиться к поездке, да, все фильмы скачать или те же самые сериалы и спокойно ехать. Что немаловажно, вот, например, у меня сейчас есть действующая подписка Apple TV+, я посмотрел кино, не помню, как он называется, с Биллом Мюрреем, и там после просмотра фильма тебе предлагают посмотреть бонусный контент. То есть еще один плюс покупки фильмов легально – это бонусный контент. Как снимали фильм, интервью с актерами и так далее. Это тоже немаловажно и это действительно интересно. Понятно, что не ко всем фильмам это заходит, но те фильмы, которые понравились, хотелось бы, ну, не на ютубчик там куда-то идти, да, а посмотреть именно оригинальное исполнение, интервью и как снимался фильм именно в этом же сервисе, то есть, грубо говоря, не выходить из него. По поводу цен, ну, например, iTunes
предлагает, довольно-таки часто я скачал себе приложуху, не помню, как она называется, но я оставлю ее в описании, она отслеживает скидки по фильмам. То есть в российском App Store не поддерживаются ТВ-шоу. ТВ-шоу — это сериал. На американском рынке они есть, в России пока не поддерживаются. Но у нас есть сторонние сервисы, опять же, такие как Амедиатека, Кинопоиск и так далее. Средняя цена фильма, вот, допустим, премьера вышла, да, там какой-то условно «Веном» только что вышел, он стоит 400 рублей. 4К, HDR, Dolby 5.1, звук. То есть здесь, по мне, немного дороговато. Но всегда есть распродажи, всегда есть специальные цены. Допустим, сейчас идет большая акция, все топовые фильмы, но, опять же, на мой взгляд, ну, там действительно очень много блокбастеров, они стоят всего лишь по 129 рублей. Условно, на 1200 рублей вы можете закупиться десятком отличных фильмов в отличном качестве и, опять же, делиться с ними с друзьями. Если вы хотите купить, условно, там, ну, у вас больше 5 человек, допустим, 6, да, в семейном доступе, вы можете просто скидываться на эти фильмы, там, по 30, по 40 рублей. Это реально выгодно получается. Вы получаете все фильмы, опять же, повторюсь, в топовом качестве. Если брать средний ценник в кинотеатре, ну, у нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, то цена, скорее всего, ну, я давно не ходил в кинотеатр, карантин, рублей от 300 до, не знаю, там, 800, наверное, за какой-нибудь супер-тупер IMAX 3D 8K. Еще немаловажный пункт – это, ну, если мы сравниваем покупку фильма в iTunes и походы в кинотеатре. Это показ рекламы. Я был, наверное, последний раз в феврале, ну, сейчас декабрь, а я был в феврале последний раз в кинотеатре, и мое удивление и возмущение не было предела, когда я пришел, и мне начали показывать рекламу перед фильмом. То есть не трейлеры каких-то фильмов, которые будут выходить, а именно рекламу там стирального порошка, средства от простуды, там, и всего такого подобного. И я думаю, нифига себе, мы заплатили почти 1000 рублей. Мы ходили, кстати, на джентльменов. 1000 рублей, и я смотрю рекламу. То есть, ну, мне условно по телеку, извините меня, на Ютубе хватает рекламы. А тут еще в кинотеатре, как бы ты заплатил, пришел посмотреть фильм, и тут тебе опять впаривают рекламу. Соответственно, при покупке фильмов в iTunes, либо в Кинопоиске такой проблемы нет. Плюс еще один, на мой взгляд, немаловажный, это именно подборки. То есть те фильмы, которые ты смотришь, я вас призываю, не ленитесь, оценивайте их, пожалуйста, там ставьте им какие-то рейтинги, ведь на основании этих рейтингов вам, ну, наверное, этот умный алгоритм подкидывает то, что вам может понравиться. Ну, по крайней мере, в Кинопоиске это работает. Я после того, как посмотрю фильм, я всегда зайду в Кинопоиск, допустим, я его купил на Apple TV, посмотрел, зашел в Кинопоиск, поставил ему оценку, и в Кинопоиске есть вкладочка «Рекомендации для вас», и он на основе твоих вот этих выставлений рейтинга, да, подкидывает тебе какие-то фильмы. Это тоже очень круто и открывает для тебя иногда какие-то фильмы. То же самое подборки, допустим, если вы скачиваете откуда-то фильм, да, ты не можешь быть уверен, что там будет топовое качество, либо хороший перевод. Очень много... У меня было такое, что звук отстает от видео. Ну, то есть это недопустимо. Но, опять же, когда ты за это не платишь, в принципе, ты можешь это схавать. Но когда ты заплатил 100, там, 200, 300, 400 рублей, тебе дают гарантию, что все будет круто. Вот, например, Gemini, когда я смотрел, там были субтитры, и субтитры выполнены, знаете, в таком, в мягком стиле, то есть черная полосочка еле заметна, и на нем белым идут субтитры. То есть это очень приятно смотреть, и в глаза никак не бросается. А тех фильмов, которые вы скачиваете, ну, не на всех есть субтитры. Вот я смотрел сериал, там по-корейски чувак говорил, и субтитров не было, и, в принципе, ты уже не понимаешь, потерял нить, о чем вообще повествование конкретно вот этого эпизода, а может быть, этот эпизод влияет на весь фильм. Ну и напоследок я хотел бы затронуть такую достаточно интересную, наверное, распространенную тему, как когда люди заходят в интернет, ищут, условно, там в Гугле вбивают, там, смотреть фильм, там, такой-то, такой-то в хорошем качестве в HD, подключают ноутбук к телевизору, выставляют качество, ну, находят этот фильм, смотрят бесконечную рекламу, подключают ноут к телеку, я уже сказал, выставляют качество 1080p и сидят, смотрят. То есть, по мне, это... Ну, не то, что прошлый век. Ну, не знаю, опять же, для меня. Я не говорю, что это плохо там или хорошо. Для меня это вообще недопустимо. Я хочу прийти, да, лечь на диван, включить телек, ну, кино какой-нибудь, да, хороший фильм, включить в хорошем качестве, нормально, без всяких вот этих рекламных пауз и всего остального. В принципе, 100 рублей не такие большие деньги. И опять же, если вы смотрите фильмы через интернет, на всяких пиратских сайтах, здесь идет очень большой вопрос в качестве.
если там вам пишут, что 1080p, но это ну не 1080p, но поверьте мне, когда вы можете провести просто эксперимент, скачать какую-нибудь МКВшку, да, с торрента какого-нибудь в 1080p, и запустить этот фильм через интернет, просто найти на каком-то пиратском сайте и выставить там качество 1080p, вот так вот лоб в лоб, разница будет колоссальная. Поверьте мне, я это делал, и я могу так говорить. Плюс немаловажно это перевод. Переводы это вообще... То есть я знаю такую тему, что на Ютубе очень важен звук. Картинка, в принципе, может быть так себе, да, там 720, даже 480p. Но звук... Мне, кстати... Мне кажется, какая-то проблема с этим микрофоном, он очень громкий, или у меня просто помещение не звукоизолировано. Но, тем не менее, когда вы платите за контент, вы точно получаете хорошее качество, хороший звук. А если у вас при этом есть какая-то система, допустим, 5.1, да, и вы можете в полном мере насладиться так, как задумал этот фильм режиссер. Не какой-то монозвук там, да, с кинотеатра, когда там сидит вот этот вот чувак с телефоном там или на что он там снимает и вам выкладывает, да, в плохом качестве. Лучше подождать, когда этот фильм выйдет либо по подписке в каких-то подписочных сервисах, либо в том же самом iTunes можно его спокойно купить и посмотреть в хорошем качестве. И звук, если ваша система домашняя поддерживает 5.1, там Dolby Atmos, все остальное, ну, реально вам получите большое наслаждение от такого просмотра. Я лично тоже раньше, конечно же, и смотрел через интернет, и качал. Ну, я не отказался полностью, да, от скачки фильмов, но на 90% я отказался. Не отказался, потому что каких-то фильмов еще нету в iTunes. Вот, например, «Терминатора 2» нет. Для меня это большая загадка. Я посмотрел, люди пишут комментарии уже 6 лет назад, типа, добавьте «Терминатора 2». Его пока нет. Непонятно почему. Ну, понятно, наверное, просто студия там не может договориться и не может заплатить деньги как-то, ну... Есть исключения, конечно, есть, но это в общем и целом, как говорит Щербаков, не отменяет того, что нужно переходить все-таки на легальный контент. Вот такое видео получилось, может быть, оно немножко нудное, но я надеюсь, мысль я донес. Все-таки мы уже движемся в европейскую сторону, я надеюсь, да, жители России. Нужно как-то уже подходить к этому вопросу серьезно, ведь это ваше... удовольствие. Вы же не хотите, да, прийти домой вечером уставший и искать полчаса или час эти рекламы бесконечные в плохом качестве, в итоге вам фильм достается. Поэтому послушайте, что я говорю. Прислушайтесь. Не призываю, но прислушайтесь. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч.